Чебоксарской школе номер 37 открылся новый бассейн. Посмотрела на голубые дорожки и наша съемочная группа. Дарья Александровна, Господи, сколько нужно так нельзя? Пусть здесь. Итак, отсюда отрежем. Внимание! Разрезаем! Этого события ребята, учителя и родители ждали давно. Более 30 лет помещение, которое предназначалось для занятий водными видами спорта, не использовалось. Теперь же ученики 37-й школы смогут открыть в себе новые спортивные таланты. Здесь будут иметь возможность плавать, укрепляя свое здоровье, я еще раз повторяюсь, обучающиеся не только нашей школы, но и обучающиеся нашего микрорайона и родители, жители нашего микрорайона. Новые окна и полы, душевые и раздевалки и сама чаша. Реконструкция заняла около 5 месяцев. Бассейн примет первых посетителей с началом нового учебного года. У Екатерины Ивановой уже заготовлен плавательный костюм для дочки, ученицы 3-го класса. Мы рады, что все это открыли, что наши дети будут учиться, развиваться. Ну, это самое полезное, я думаю. Бассейн в 37-й школе – один из пунктов программы развития массового спорта. Во многих учебных заведениях Чебоксар появились новые физкультурные залы, спортивные площадки. Активно ведется строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Много делается для детского спорта, для того, чтобы дети наши занимались именно спортом, здоровым образом жизни. И это было не только школьным занятием, но и занятием для всей семьи. Развивать способности со школьной скамьи – необходимые условия для будущих спортсменов и чемпионов. И в столице республики для этого создаются все условия. Татьяна Леонтьева, Регина Кубайкина, Александр Петров. Республика.